Россия готовится сделать ислам второй религией в стране. По крайней мере, на это наталкивают факты. Совсем недавно Киселев рассказал об исламе как о родной религии для России и сказал, что антисемитизм для мусульман – это норма. Государство, где ислам – официальная религия. Есть страны с довольно высокой долей исламского населения, например, Россия или Франция. Правда, ислам для нас – родная религия, а для Франции – завезенная. У сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма. Родная религия – ислам. Для России. Вот это поворот. А совсем недавно Центральный банк России изменил купюру в 1000 рублей, убрав Ярослава Мудрого и храм с крестом, заменив ее на башню Сююмбике с исламским полумесяцем. А вот это Питер во время празднования исламского праздника. Хоть кто-то видел столько народу во время православных дней празднования? И не закончится ли это заигрывание с Востоком бедой? Как там пел классик? Исламский мир победил, Коран оказался сильнее. Подписывайтесь, у нас про новости.